Всем привет, привет, мои дорогие! И у меня новая коллекция Drive Jara Sport. Faberlic Темникова ее представляет. Вот такая вот линейка каталога номер 8. Давайте с вами будем тестировать. Итак, я ее тестировала всяко-разно. Сразу скажу, стойкая, действительно стойкая. Действительно, я бы этой косметике поставила прям пятерочки. Есть некоторые нарекания, поэтому будем с вами сегодня все это рассматривать. Вот с этой вот туши. Тушь действительно водостойкая. Объема она не дает. Да, то есть написано специальная фибра щеточка в форме песочных часов прокрашивает ресницы с первого нанесения. Да, но объема с нее действительно мало. Держится она на совесть хорошо. Я вчера красила, мыла голову и так далее, и так далее. И могу вам сказать, что глаза были замочены, с ресниц капала вода, но я ничего с ними не делала. Вот, просто промокнула полотенцем, просто оставила эти ресницы, и они высохли, и цвет, и тушь вся полностью целиком осталась на ресницах. Это прям факт, это 100%. Итак, давайте будем смотреть. Значит, первая тушь у нас идет так, это я взяла бирюзовый, да, то есть отличный такой яркий. Руки у меня немножко подзагорели, хотя я не люблю загорать. Вот, да, то есть так, давай-ка фокусируйся. Вот такой вот цвет, да, то есть прям насыщенный, перенасыщенный. Так, давай, 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 не капризничай. Да, то есть вот так вот. Объема мало с нее. Вот честно вам прям скажу, но стойкая прямо круто. Если накраситься данной тушью просто целый глаз, ну как-то вот мне больше понравилось сначала накрасить черной тушью, а потом сверху вот этой вот, да, там основание, кончики ресничек, мне, на мой взгляд, это лучше. Значит, бирюзовая тушь, очень красивый цвет, очень мне понравилось. Возьму ее с собой и на отдых, и везде. Мне кажется, будет вообще здорово и классно. Я обожаю и вот всякие вот такие вот цветные макияжи, и я очень люблю вот экспериментировать, честно вам скажу. Далее, значит, 5638 артикул, вещь уже в продаже, надеюсь, хватит на всех. Косметика действительно достойная, мне кажется, уже много кто пронюхал и много кто понял ее достоинство. Далее, артикул 5637, черная тушь, да, то есть вот такая вот обычная черная тушь. Да, давайте с вами ее нанесем. Ну, конечно, такой слой будет долго сохнуть, но я вам хотя бы покажу. Насыщенный черный красивый цвет, что выделяет глаза, все такое прочее, но прям вау эффекта какого-то объема вы, конечно же, не дождетесь. Она действительно подкручивает реснички, вот, и действительно классно делает такой супер макияж. Очень мне понравилось, как они вместе сочетаются. Классно, просто классно. Но вы видите, минус 20 или 26% будет скидка от этой цены. Потому что, ну, в общем, если вы в прошлом каталоге делали 50 баллов, то в этом каталоге оплатили, не только сделали, но и оплатили до конца каталога, то в этом каталоге у вас будет 26% скидка. Если вы делаете 50 баллов на постоянной основе, у вас будет 26% скидка всегда. Далее пошли вот такие вот тени. Тени мне тоже очень понравились. Скажу вам прям честно, откровенно. Так, значит, розовый оттеночек 56-55. Давайте, вот смотрите. Он очень хорошо передан в каталоге. Прямо цвет в цвет. Он такой есть. Камера тоже сегодня не капризничает. Очень хорошо передает. Да, то есть они классно тушуются. Вот смотрите, как здорово, да, они тушуются. То есть вы можете их растушевать, но потом, когда они замерзнут, вы уже не сможете их растушевать. То есть их тушевать их надо не мега быстро, но поторопиться немножко, да. То есть вот, видите, а потом уже пойдет. То есть тушевка отличная. Как подводка они, скорее всего, не подойдут. Единственное, что я не поняла, как оно открывается. Как будто вот оно и не крутится, и ничего, вот мне как-то вот, не знаю, непонятно. Вот, не могу его выдвинуть никак. Может, мне кто-то что-то подскажет, но пока на данный момент я затрудняюсь. Так, и еще, значит, признаюсь вам, вчера я нечаянно на стол, да, то есть вот как вы видите, у меня отпал кусочек, они довольно-таки мягкие тени, хорошо тушуются, хорошо наносятся, замерзают, и если вы
только нанесли тени и сразу начали мигать-моргать, они у вас могут в складку забиться. Но если вы нанесете тени и подождете буквально там секунд 10-15, то у вас уже этого не произойдет. Это факт. Вот, значит, розовые посмотрели. Сейчас мы с вами посмотрим золотисто-коричневый. Очень такой красивый оттеночек, как вы видите, да? Он немножко отличается. От, да, то есть если тут он чуть-чуть какой-то с красна, то нет, он очень красивый, да, то есть давайте смотреть, вот такой вот он, так, давай фокусируйся, да, то есть вот он такой, и тоже очень классно тушуется, очень хорошо ложится, блестит, мерцает, очень-очень красивый, да. Значит, золотисто-коричневый, 56-82 артикул, достойные тени, мне нравится. Вот, значит, можно ими сделать много что. Да, даже на грубой коже они смотрятся отличнейше. Фиолетовый 56-75. Он чуть-чуть идет темнее, чем в каталоге, как вы видите, да. То есть вот прям вам все показываю. Значит, давайте нанесем фиолетовый. Давай, фокусируйся, не капризничай. Да, то есть на нем тоже очень хорошо видно растушевочку, да, то есть можете потушевать его. Да, то есть отличнейший оттеночек. Мне нравится. Хорошо очень можно им нанести. И получается, знаете, не грязное такое, а вот можно, да, и вывести века, сделать менее тяжелым и так далее. Синий оттеночек. Яркий, красивый, насыщенный. Да, очень, в принципе, цвета хорошо совпадают, но, может быть, вживую он немножко ярче. Да, как вы видите. Та-дам, да-дам, да-дам, да-дам. То есть вот такой вот оттеночек. Кисточкой будет хорошо тушеваться, пальцами рук тоже будет хорошо тушеваться. Просто все вот наивеликолепнейшее. На мой взгляд, очень достойные тени и очень-очень мне понравились. Хорошо пигментированные, да, как вы понимаете, можно сделать легкий макияж, можно очень даже быстро переборщить с тенями и будет очень даже ярко. Такая подводка. Подводка меня очень удивила, потому что она мне очень понравилась. Очень понравилась, поэтому переходим. Да, то есть все шло вот в таком вот, такой вот упаковочке. Значит, так, первый, вот такая вот мягкая, красивая, да, как фломастерная подводка. Ей очень легко делать стрелки, очень удобно. Так, это у нас получается артикул 5383 лазурный. Красивая подводочка. Лазурная. Тоже нужно ждать, чтобы она высохла. Когда она высыхает, она становится немножечко светлее. Давайте посмотрим, как по руке. Да, то есть вот такая вот красивая штука. Можно сделать тонко, толсто, да, то есть можно сделать все, как вы хотите. Можно сочетать с предыдущим фломастером, да, то есть вы знаете, что я пользуюсь подводкой фломастер влагостойкой, да, то есть можно провести линию влагостойкого фломастера, а потом вот этой красотой, или можно сделать самостоятельную стрелочку, да, то есть можно и двухэтажные стрелочки нарисовать, то есть как вам захочется. Мне вот очень понравился этот оттенок. 5113 серебряный идет. Так, сейчас с вами посмотрим серебряный оттеночек. Тоже очень такой красивый, симпатичный, мерцает. Он мне тоже очень понравился. Давайте смотреть, как наносится, потом еще с вами будем все это вместе смывать. Вот такой вот он, блестящий, симпатичный оттеночек. Далее у нас идет 5299, цвет лиловый. Цвет лиловый, вот так он выглядит в каталоге. Давайте с вами нанесем. Да, то есть вот он такой нежный. Тоже классный оттенок, модный такой, суперский. Ну, я очень довольна этим выпуском. Да, то есть смотрите, вот так. Очень красивые оттенки. Ну, я, конечно, жирно-толсто, да, то есть можно и тоненькие такие вот линии проводить, аккуратные, да.
Просто красиво. Вот, кстати, уже высохла подводочка, как вы видите, да? То есть она действительно стойкая, она не размазывается, она замерзает. А тени то же самое, да, вот как вы видите, на каталоге уже подсохли, на руке еще вот не знаю. Да, то есть все прям отлично. Далее, вот такая вот кисточка идет у нас с вами. А, и еще будем маркеры смотреть. Такая вот крышечка, кисточка. Ага, так. Артикул 111-32. Это компактная кисть. Отлично подойдет для нанесения рассыпчатой компактной пудры, румян и бронзанта. Удобно брать с собой, не занимает много места. Ну да, она такая плоская, удобная. Вот. Материал пластик, синтетическое волокно. Размер 8 сантиметров. Такая вот красоточка с крышечкой. Очень мягкая такая, ворсинистая, очень приятная ткань. Ой, ворсинки, упругая, как вы видите, да, то есть прям упругая-упругая такая, хорошенькая. Она хорошо набирает действительно пудру, такая вот пудра. Она такая и есть, как вы видите на видео. Может быть слегка розовее, да, то есть вот так вот набирается. Ну и давайте будем наносить. То есть пудра для меня, сразу вам скажу, она темновата. Это не мой оттенок. И водостойкой пудры у меня не будет, к сожалению. Вот, да, видите, прям видно вот этот вот переход по руке, где прям очень сильно отличается. То есть эта пудра подойдет, очень хорошо подойдет смуглым, загорелым девушкам. Я до такой степени сильно вот, ну, не загораю. Да, то есть она идет без микрочастиц, полностью матовая. А что могу сказать по стойкости? Хорошая стойкость, но я бы сказала так, что на четверочку. Ну и вот еще один недостаток у этой кисточки. Очень тяжело ее закрывать, чтобы не загнуть ворсинки. Это, да. В общем, пудра водостойкая для лица. 8 грамм. Она, наверное, только для загорелых девушек, как вы видите. Она действительно нормально перекрывает. Родинки у меня в два раза меньше стали видны. Она просто так держится на коже. Да, это факт. Намного лучше, чем обычная пудра. Это тоже факт, да. Но перекрываемость у нее нормальная. Все, но я не знаю, вот оттенок опять не мой. Как бы все, что могу вот пока про нее сказать. Артикул 6339. Вот тут идет и состав, и все. Вот, открытая хранится 12 месяцев. Довольно суперские, стойкие маркеры для губ. 8 грамм они идут. И тут идет розовый, оранжевый и темно-красный. Да, то есть вот они вот такие вот. Что могу сказать? Пигмент подсушивает губы. Это, наверное, единственный его недостаток. Артикул 40-310, да, вот он у нас идет, да, то есть вот он такой вот и есть, то есть он наносится хорошо, ну, то есть очень такой симпатичный оттеночек, долгоиграющий, можно нанести прям толстым слоем, то есть это такой вот пигмент, который нужно наносить, стараться, как вы видите, ровно, точечно докрашивать где-то какие-то места, потому что видите, он как ложится, да, то есть это пигмент именно, это не помада, он у вас ровно с первого нанесения, ну, никогда не ляжет, да, это у меня так растекается, потому что поры на руках, наверное, большие, да, давайте вот тут попробуем, нет, он так не течет, конечно, как тут поплыл путешественник, да, то есть вот, вот он на самом деле. Понравилось, понравилось. Весь день вы ходите накрашенные, можете кушать, все что угодно делать. Он не смывается, и это классно. Это действительно классно. Так, далее, значит, артикул 40-312. Это у нас идет такой вот оранжевый, очень такой яркий, красивый оттеночек, но на губках он смотрится тоже как бы великолепно, да, потому что он идет такой нежный. Так, ну и давайте тут, ну тут он, понятно, тут поры крупные, он, наверное, тоже захочет порастекаться. Так, далее, значит, 40-311, это идет розовый.
Да, то есть цвета очень хорошо совпадают, прям вы получите именно тот оттенок, который тут нарисован. Ну, может быть, вот этот немножко поярче, да, вот видите, как он смотрится на руке и как он смотрится тут. Но когда вы будете наносить на губы, понятно, что оттенок абсолютно будет другой, потому что губы-то у нас ведь не светлые, как моя кожа, так ведь? Вот, давайте будем этот смотреть. Этот мне подошел больше всех, лучше всех. Он как-то вот мне очень понравился, и я хочу им пользоваться дальше. Да, то есть вот такая вот красота. Вот, ну, в общем, все вам показала с новинок. Разочаровалась в пудре из-за того, что тон не тот. Но ложится хорошо матовая, самая тона лета, как бы никаких нареканий. Вроде бы у меня к пудре нету, она действительно намного стойче. Наиболее стойкая, чем обычная пудра, и это факт. Но тестировать я ее не смогу, нанести на себя, допустим, ходить весь день и рассказать, что со мной было в конце вечера, я не смогу. Поэтому этот продукт недооценен. Очарование каково? Почему сделали всего один оттенок и такой темный? Почему? Да, то есть, вот, как вы видите, прям контраст, да, вот моя кожа и... Да, пудра. Конечно, хотелось бы и слоновую кость и так далее, то есть в нескольких оттенках. Зачем делать так мало? Вот. Далее, это уже не новинка, мои дорогие, но я вам тоже хочу показать. Это Very Berry. Это крутые гелевые карандаши для глаз. Это просто находка для меня, то есть они вот так вот выкручиваются, такие длинненькие. Они тоже идут что-то типа водостойкие. И, ага, и получается, что когда я его наношу, он очень красивый. Смотрите, очень красивый. И он тоже не смывается. И тоже очень хорошо смотрится на коже. Да, прям очень хорошо. Он тоже стойкий и с блесточками. И так как в прошлый раз я его тестировала и подарила вот два таких карандашика подружке, да, подружкам у Кати, потому что они тестировали, снимались на камеру, я вам сказала, если вам что-то понравится, вы можете забрать себе. Они сразу же забрали эти два карандаша у меня, и вот я их сейчас заказала по новой, потому что куда-то ездим, куда-то ходим, на улице стало жарко, и они тоже очень хорошо держатся, просто отлично. Черный карандашик, гелевый для глаз, артикул 5406, тоже вот моя любовь, мой фаворит, теперь он вот у меня постоянно в косметичке. Вот. Далее, значит, артикул 5407, гелевый карандаш, то же самое, но он уже идет такой вот черничный, да, черничный такой карандашик. И давайте его тоже нанесем. Так, давай, давай, фокусируйся. Да, то есть вот таким вот образом. Его сильно тонкой линией нанести не получится, но это красота. Это вообще красота. Когда они замерзают, они не стираются. И вы можете весь день ходить с косметикой на лице, вот с этими карандашиками и вот с этой подводочкой, да, то есть вы можете ходить и просто вот кайфовать, я бы так сказала. Вот, далее давайте с вами еще посмотрим, что я заказала. Это вот уже последнее в данном обзоре. У меня там еще очень много всего, но это вот последнее. Значит, это уже не новинка. Корректор для глаз CC с выравнивающим эффектом. Я его полюбила недавно. Артикул 6277. Значит, тут идет карандашик. Да, то есть вы его вот, ну, первый раз, конечно, очень долго вы будете ждать, пока он там выйдет, да. Но он очень удобен в применении. Я его беру с собой, грубо говоря, во все поездки. Вот он, да, видите, начал выходить. И оттенок прям мой прямой. Очень классный. Да, смотрите, какой суперский цвет. Вот именно вот этот вот оттеночек, корректор с выравнивающим эффектом, с артикулом, получается 6277. Это для меня находка, потому что он так здорово ложится, и можно прикрыть какие-то несовершенства, которые вас не устраивают. Отличнейший корректор, просто супер все перекрывает, да, то есть смотрите, просто и наносится ровно, и его не видно. Да, даже вот какой-либо прыщик красный, здоровый, да, то есть вы можете нанести, да, вот получается на центр,
и потом по краям вот так вот разнести, а в центре его оставить. И потом, значит, сверху припудриваете, и он у вас полностью все не только выравнивает, но он у вас еще и как будто и под цвет кожи подстраивается, да, то есть видите, и как будто бы он вот и не забивается в складочки, но припудрить сверху нужно его, конечно же, потому что это все-таки тональная основа, да, пусть это корректор. В общем, взяла два, это теперь моя любовь. Попробуйте, вам, скорее всего, тоже очень понравится. Далее, взяла карандаши, три не мне карандаша, один вот мой. Очень понравился данный оттеночек. Это идет, получается, не выкручивать более чем на 1,5 миллиметра. Это идет карандаш для бровей артикулом 55-63. То есть у него в составе идет вот такая вот кисточка. Она отлично расчесывает, тушует и все такое прочее. Сам по себе он такой вот тонкий. Он тонкий и мягкий. Им очень удобно делать брови. Вот это первый карандаш, который я начала тестировать и, к сожалению, сломала, потому что им можно очень тонко, классно наносить, да, бровки, как вы видите, и потом можно тушевать вот этой вот стороной, и он просто отлично тушуется и очень-очень такой вот натуральненький, да, то есть такой вот, ну, прям здорово. Мне очень понравилось, и я его взяла. От этого от всего, я не знаю, почему так, да, я обычно всегда нахожу к чему придраться, но вот тут прям мне не захотелось ни к чему придираться, да, то есть вот такая вот тушь водостойкая, вот такие вот тени водостойкие, да, то есть смотрите, они уже замерзли, и у нас с вами ничего вот прям не размазывается, все здорово и классно. Пигмент для губ можно кушать, да, вот эти вот гелевые карандашики, которые не новинки, они тоже вот не размазываются. И сейчас я вам покажу, как я их смываю водой. Так, ребят, всем привет! Хочу вам прям показать, купаю Викуську в нашей ванной. Вот, значит, это у нас подводка. Это тоже подводка. Это Very Berry карандашики. Значит, это тени водостойкие. Они еще не до конца, кстати, высохли. Вот я не знаю. Да, и вот это для губ фломастеры, или как они там называются. В общем, в обзоре вы все видели, все артикулы. Да, давайте сейчас я попробую намочить. Да, то есть... побить, да, водой их попробую. Мне, конечно, самой интересен вот этот вот эффект. Да, то есть, ну вот помада, как вы видите, потекла. Карандашики нет. Помадой я сейчас, кстати, кушала. И скажу вам честно, я ее меньше половины съела. Но она вообще идеально как бы на губках лежит до сих пор. Цвет яркий, все здорово. Не знаю, проявляется она, не проявляется. В конце видео скажу, когда буду смывать все тоником. Да, значит, вот таким вот образом, пожалуйста. Долго-долго держу, на тенях долго держу. То есть пигмент, вот как вы видите, смылся. Такая вот история. А, горячая вода очень пошла. То есть, ну, я считаю, что да. Скорее всего, водостойкая. Потому что горячей водой я тоже все это проделала. Делала долго при вас. Вот. Не знаю. Ну, и вот оно так вот начало смываться. Но если не трогать, то оно смываться не будет. Да, тени, как вы видите, более стойкие, да, то есть надавляю сильно. Так, ну вот подводка, как вы видите, чуть-чуть слегка пошла, но если ее не трогать, она 100% не расплывется, я это вам гарантирую. То есть вот как бы таким вот образом. Ну, то есть это все водостойкое, но тереть не рекомендуется. Я считаю данный выпуск очень даже продуктивным. Мне понравилось.
Сейчас мы решили немножко потестировать тени. У меня в гостях визажист Снежана, по совместительству косметолог. Вот. Живет вместе с нами в Кирове. Ну и, конечно же, Яночка Марашан, наша красоточка. Так, сейчас мы будем тестировать, что это тени для век. Получается. Вот так вот тени ложатся. Мне кажется, они очень красиво ложатся. Яночке зеркальце дам, чтобы она посмотрела. Они идут водостойкие. Их сразу нельзя открывать глаза. Нужно ждать секунд хотя бы 10, чтобы они немножечко подзастыли. Так, это следующий, да, оттенок уже пошел. Это какой артикул? Так, артикул 56-57 пошел. Сейчас мы испробуем все 4. Снежана, как они тушуются? Нравится тебе, не нравится? Наносятся они легко. Но они прям скользят. Да, они скользят. То есть, если мы будем наносить и сразу же растушевывать, я думаю, что они прям идеально сочетаются вот друг с другом. То есть работаем мы пальчиком. Я думаю, что кисточки здесь не будут не очень уместны. Серьезно? Так как кисточка будет больше выбирать. Если вы хотите, например, оттенок поярче, то как раз таки. Я сегодня вот решила именно работать руками, без кисточек. И так пальчиком растушевываем. Потому что если они у нас застынут, это будет, мне кажется, надолго. Да, они застывают, и их у меня была сложность снять их мицеллярной водой, обычной нашей Faberlic, которая... Скорее всего, нужно специальное вот это вот двухфазное средство для снятия водостойкого макияжа к ним покупать. Так, Но они, когда высыхают, они вообще не скатываются. Я с ними ходила, я с ними мыла голову. Я, грубо говоря, лила прямо душ в глаза специально теплой водой. Как бы не горячей, конечно, но теплой водой. Мне понравилось, как они... себя ведут. Ну, вот примерно, думаю, что... Ну, что скажете? Девушка. Мне очень понравилось то, что когда их наносишь, ты вообще не чувствуешь ничего практически. То есть просто тебе что-то вводят, и все без особых усилий и какого-то дискомфорта. И выглядит тоже очень интересно. То есть прям как будто не что-то нанесли, а изнутри как будто что-то светится. Да. Вот которые золотые. Золотые очень красивые. Да, вот есть такое ощущение. Они, кстати, золотые мягче. Да? То есть, да, наносились прямо мягче. Может быть, если этот карандашик разработать, он также будет ложиться. Фиолетовый, да. Который. Да. Нет, фиолетовый он сам по себе грубже. Ну, вот, допустим, сейчас, если минусы посмотреть, да, фиолетовый может смотреться как синяк. То есть его нужно прямо с чем-то сочетать. Аккуратно. Да, очень аккуратно с ним работать. То есть, возможно, это даже просто как подводка. Понятно. Если мы будем его уже сочетать с синим, это будет совсем синяк. Но зато в случае чего можно... Да! Сделать красивую красоту. Вдруг что? И
если кто-то даст в глаз. Понятно все. Так, давайте розовое посмотрим. Розовые, они тоже мягкие, идут как коричневые. А синий, он тоже жесткий, как фиолетовый. Угу. То есть светлые оттенки, они более... Да, да. И они более блестящие. Меньше блесток в фиолетовом и в синем. Эти более такие шиммерные, наверное, да? Такие блестюнчики. Можно, наверное, просто пока посмотреть без. Угу. Ну, это такое прям повседневное. Угу. Да, да, да. Блондинки очень хорошо. Пошла, мазнула. Да. Свежий такой оттеночек, угу. Приятный. Какой синий. Та-дам-да-дам. Синий, наверное, будет темноват ей. Ну, смотря тоже, как нанести. Ты просто подводочку хочешь сделать, да? Угу. Подводочку и немножечко. Ну, сейчас мы еще будем делать цветную подводку сверху. Угу. То есть тут их уже... Пигментированный такой. Его много нельзя. Угу. То есть вот я прямо его смешала. Угу. Ну, этот розовый еще просто не высох, угу. Получается. Угу. Ну, как тушуется? Хорошо, да, ложится? Ну, вот немножечко есть, что скатывается, но... Не забываем, что мы наносим все равно, в первую очередь, первоначальное средство, подготовку, угу. Да? То есть здесь мы сразу же наносим на готовое лицо, угу. Без каких-либо дополнительных средств. Да, чисто на голое веко идет. Ну, да. Без базы, без макияжа. Без всего, да. Тебе вот эта сторона лучше. Mm. Ну, этот такой... Он прям... более вечерний. Да, вечерний, а этот так. Угу. Жанны в руках артикул 52,99. Мягкий, да, такой? Его, кстати, можно даже сверху этот и чуть-чуть межресничку упустить, да, черный такой какой-нибудь еще оттеночек. Металлический фон такой. Это тоже водостойкие все идут. Так, сейчас у Снежи 51.13. Снежа, 51.13 у тебя? Вот. Ага, зеленый. Он такой темненький какой-то кажется на камеру. Вообще классно переливается, да? Да, и сверху мы прямо добавим. Подожди.
А ты хочешь сочетать, да? С 53, 83. Артикул. Зеленый с голубым, да? Ой, вообще здорово получается, красиво. Класс. Угу. Мне вообще нравится. Угу. Здорово. Это такой более спокойный, а это такой прям яркий. А уже не вечерний стал, да? Хулиганский. Да. Не, правда классно. Вот так сочетание двух подводок очень хорошо смотрится. Так, сейчас прям. Ну, в смысле, взгляд. Давайте за мою руку. Так, это у нас черная тушь водостойкая. Черная водостойкая тушь. Артикул 56-37. Ну, объем она сразу вам, честно говоря, она не дает. Да, Снежа? Ну, у нас у модели реснички длинные. То есть хороший завиток. Поэтому ей прямо... Подкручивает ли... Вот тут заявлено, что объемные подкрученные ресницы. Вот. Подкручивает ли она реснички? Немножко, да, подкручивает? Ну, у нее вот у самой, то есть сам по себе загиб ресниц хороший. То есть вот так. Это я ее, честно, очень долго смывала. Вот эту тушь. И она еще слепляет так достаточно. Слепляет ресницы, да? Так, это у нас 56-38. Ну, для меня неудобная кисточка. То есть хочется, чтобы она была потоньше. Но достаточно яркий пигмент. То есть, да, не прямо. Интересно. А на черную, если кончики нанести вот эти вот яркие, мне кажется, будет очень красиво, да? Акцентик такой сделать. Давай, Мир. Ну, ее прям видно, что она зеленая. Вот. Можно я поближе приподнесу камеру? Вообще. Ну, классно. Самое классное, что с ней можно купаться, девочки дорогие. Это 100%. Так, далее. Попробуем. Здесь не наш оттенок. Да, это 100%. Оттенок один единственный. Просто вам покажем перекрывающуюся способность и так далее. Вот, значит, 63-39. Написано натуральный бежевый. Но что-то я как-то сомневаюсь. Темновато она, конечно. Ну, вот смотрите, покраснение, да? То есть закрывает. Она полностью матовая. То есть вот половина лица, да? Угу. Посмотреть. Если бы оттенок был светлее, ей бы прямо идеально под тон подошло.
Да. Полностью делать? Ну, можно еще губки накрасить. Нет, вторую половину. А, давай сделаем. Ну, мне кажется, перекрываемая способность у нее очень хорошая. Есть, да, можно заметить это. Да, да, видно прямо. И слой вообще тоненький, тоненький, да, нанесли? Тоненький слой, да, совсем тонкий. В общем, повезло смуглым девчонкам, да? А светлокожие не удел. Остались. Но вот этот оттенок на ней не так плохо смотрится, как на мне. На мне вообще я прям желтая вся. Тоже без базы, да, нанесила? Тоже без базы, да. Угу. Так, это у нас пигменты для губ. Стойкий маркер для губ, 8 грамм. Экстракт манго тут в составе входит, и пантенол увлажняет кожу губ, обеспечивает максимальный комфорт в течение дня. Но губы у нас стягивало. Угу. Что у Снежаны она вчера пробовала, что у меня губы стягивало. Скажем прямо с вам сразу честно. И так, такой, да, оттеночек. Так, угу. Это у нас получается 40-311, да, то есть она действительно мега стойкая, но сверху очень хочется нанести блеск какой-нибудь. То, что тут обещают стойкую формулу, яркий цвет до 10 часов, это действительно правда. Идеальный, четкий, ровный контур губ, да, можно сделать губы больше, если хочется. И она не отпечатывается, не сушит кожу, вы можете кушать сколько вам захочется. Я вчера себе легко этой помадой сделала, допустим, губки пухлее, и смотрелось очень натурально, кстати. Мне вот это понравилось. Она ложится сначала неравномерно, угу. Но потом она подсыхает, и то есть незаметно. Да, да, да. Я тоже вот это обратила внимание. Ты ушла, я давай еще раскраситься. Мне интересно стало. Можно нанести еще ярче, он будет очень яркий. И вот смотрите, с мылом смывала со своей руки, он у меня не смылся. Вот это вот пигмент. То есть его действительно очень сложно даже смыть с мылом. Так, а это ты каким? Это ты хочешь немножечко контур, да, или что сделать? Немножечко. Угу. Это 40-310. Оттеночек темно-красный. Вот Снежана вчера его наносила, ей очень идет. Светлокожая брюнетка, серые глаза, очень красиво было ей. Ярко прямо, да? Такие сочные стали. Но они сейчас высохнут, они будут матовыми, они не будут блестеть. Это сейчас просто пока, ну, нанеслось так влажненько. Угу. То есть их можно смешивать. Угу. С собой. Угу. Вот видишь, что он пока еще не подсох, угу. Он подсохнет и будет равномерно. Вот и сразу видно, то есть хочется влаги еще. Да, да, да. Вот с этим нужно аккуратнее оттенком, потому что если губы повреждены, угу. То есть пигмент сразу же въедается в эти микротрещинки, угу. И ощущение, что как будто бы у тебя кровоподтеки на губах. Ага, понятно.
Вот именно с оттенком... Так, минутку, это не тот. Именно с оттенком 40-310. И смотрите, какой он вживую, да, он точно-точно такой же, как на камере. И какой он тут, да, то есть тут он более такой красный, а тут он такой более темноватый. Но мы смешали две помады, как вы видите. Вот. Ну что ж, дорогие наши, все для вас протестировали. Надеюсь, были вам полезными. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Коннова Анна, Снежана Новокшонова, которая спряталась. Да, и наша постоянная звезда, умница и красавица Яночка Марашан. Всем спасибо, всем до свидания.